Сыщики Барановичского ГУВД задержали 39-летнего горожанина по подозрению в крупной краже валюты. Мужчина воровал собственного отца, пока тот спал. Из куртки потерпевшего исчезли 6 тысяч долларов. Подозреваемый освободился из ИВС в Драгичине, куда был выдворен после задержания за хищение мобильного телефона. Мужчину встретила его мать, с которой он уехал в Барановичи. В ходе семейного чаепития к родственникам присоединился отец подозреваемого. В своей куртке он несколько дней хранил крупную сумму, которая предназначалась для поездки в зарубежную командировку. Как только потерпевший уснул, а его жена вышла из квартиры, подозреваемый забрал крупную сумму и скрылся. В последующем деньги были потрачены на съем двух квартир, посещение увеселительных заведений, покупку золотой печатки и дорогих часов. С заявлением о пропаже денег владелец обратился через несколько дней. Подозреваемого задержали оперативные сотрудники у подъезда многоквартирного дома. К тому времени у мужчины остались 800 долларов и 100 рублей, а также печатка и часы.